пожалуйста, конечно. Нет вопросов? Пожалуйста. Вопрос мира Юрия Жиркова. Церемонии, и сколько бы вы сами заплатили за футболку Жиркова с фамилией Жирков в Минске футболку? Как думаете, сколько она стоит? Ну, не знаю, наверное, 1000 рублей стоит, наверное. Так, очень хорошая церемония. Наверное, традиция, да? Поделитесь, пожалуйста, своими эмоциями от «Зенита», от вращения в команде. Это очень приятное впечатление. Видно, что команда настроена на самые высокие места, именно и в тренировочном процессе. Можно сказать, что весь клуб работает на победе. Чем-то отличается, если вы принципиально тренировочный процесс? Да? Ну, можно сказать, что во многом отличается. Здесь большой акцент на работе с ребенком. У нас было много беговых упражнений. Как вам Петербург? Осваиваете, смотрели город, успели погулять? Ну, я раньше был здесь много раз с играми, так на пару дней. Так что очень красивый город. Но условия еще предстоит. Тяжеловато. Я думаю, все будет хорошо. Как проходит ваша адаптация в «Зените», привыкание к новым партнерам, требованиям, банки? Ну, адаптация проходит. Можно сказать, много ребят знаю, там они играли, в сборной. Все проходит. От тебя ожидали несколько иного дебюта за «Зенит»? Ну, не знаю, сколько вышел. 8-10 минут. Надеюсь, что в следующий раз будет здорово. Надеюсь, на какой позиции ты чаще играть будешь? На ту, которую поставит тренер, дает место. Динамо играл на многих позициях, так что не удивлюсь. Нравится тебе больше все-таки ближе к атаке? Ну, ближе к атаке, да. Меня мало кто спрашивает об этом. Неужели тренер вообще не спрашивает, где вы будете хотеть играть? Такого нет. С какими чувствами вы ждете дебют на Петровском? И что думаете о предстоящем матче на Кубок? Что, надо побеждать и проходить дальше на дебют. Думаю, что начнем с победы. Юра, а как складываются твои отношения с болельщиками «Зенита»? Ну, пока не знаю. Ты не боишься, посмотрим на игре, что тебя не будут так же недолюбливать, как, например, болельщик ЦСКА в Москве? Ну, предстоял уже это пройти. Когда пришел в Анжи, играли первую игру за сборную России, то я думаю, уже чем это не будет нигде. Ну, все-таки, если будут какие-то акции, то что ты будешь делать? Ну, не знаю, посмотрим. Пытаться как-то подружиться, ругаться, может, там, в ответ будешь... Ну, всегда можно поговорить, найти общий язык.